Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. И сегодня у нас с вами вот такая вот экшн-камера. Называется она Digma Dicam 385. Что мы видим по коробке, значит? Можно погружаться под воду 30 метров. Full HD разрешение снимает 60 кадров в секунду и 4K 30 кадров в секунду. 2-дюймовый дисплей. Ну, давайте посмотрим, что в ней внутри. Ценник на камеру 2500. И вот такая вот камера у нас. Вот. Пленочка. В принципе, ничем не отличается от моей SJCAM. Точно такая же. И я думаю, что мне к этой камере подойдет все мои крепления. Даже, по-моему, аккумулятор точно такой же. Да, один в один. Единственное, что на моем, по-моему, емкость 950, здесь 750. Включим. Не севшая. Динамик вот здесь. Микрофон вот тут. В принципе, придется, наверное, оторвать пленку, потому что прикрыт микрофон. Пробежимся по режимам. Режим видео 1080, 60 кадров в секунду. Дальше, следующий. Режим фотографии 5 мегапикселей. В принципе, должно быть 16. Сейчас будет, надо поднастроить. Так, режим супер быстро. 720p, 120 кадров в секунду. Так, это видео. Настройки. Заходим в настройки видео. Разрешение 4К 30 кадров в секунду. Вот HD 2К 30 кадров в секунду. И тут пошло у нас. Ну вот это. Я буду снимать Full HD. Потом, конечно, попробую со стабом 4К. Но не знаю. Пока Full HD 60 кадров в секунду. Запись звука есть. Таймлапс выключен. Цикл записи. А. Я по 5 минут снимаю. Ускоренная съемка. А, вот 720p, 120 кадров в секунду. Ну, пускай будет. Датчик движения нет. Угол обзора. Широкий, средний, узкий. Выключен угол обзора. Потом проверим это все. Так, дальше. Настройки камеры. Как я и говорил, 16 мегапикселей. Выбираем таймер, автосъемка, серия. Но тут я больше не буду ничего настраивать. Дальше поехали. Экспозиция, баланс белого, поворот, видеорегистратор, частота, LED-индикация, выключение экрана. Выключение экрана выключено. Нет, нам надо через 30 секунд, чтобы не сажалось. Автовыключение через 3 минуты. Выключено. Штамп даты. Там даты нам тоже не нужен. Так, дальше, следующее. Язык русский, дата. Так, дату мы настроим. Нажмите ОК для выхода. Вышли. Ну все. Вот такая камера, индикатор.
Экран такой хорошенький, нормальный. Так, что у нас по комплектации? Для зарядки USB кабель. Ремешки. Вело крепление. И вот такие вот дополнительные, значит. Приклеиваем куда-то, там на шлем, куда угодно. Такая вот защелка. Ой. Крепежки какие-то такие хиленькие. Ну, вроде и ничего.